В Москве суд продлил еще на 2 месяца арест виновника крупной аварии на Минской. В ходе расследования ДТП было установлено, что автомобиль марки Toyota, который стал виновником аварии в момент, находился в исправном состоянии, и его скорость движения была около 80 км в час. Находившийся за рулем автомобиля Александр Максимов был не только в состоянии сильного алкогольного опьянения, но и в его крови были обнаружены следы марихуаны. Максим был задержан сотрудником ГИБДД на месте инцидента и впоследствии арестован.